Всех приветствую. Добро пожаловать на канал. Золотая пора. Приехали в Ярославль. Ждали мы это поле, когда скосят. Ждали. Сейчас здесь походим. Стога еще пока не убрали, но хорошо. И с той стороны реки, где были картофельники, все разборонили, все. Прям вот барана-барана, еще вечерком, и завтра туда съездим. Потом уедем в Москву, и потом вернемся через 3 дня, и уже, вот как я говорил, дней на 10. Сейчас будем пробовать. Так, первый сигнальчик у нас. Сейчас попробую снять. Крестик, но гнутенький. Завернут. Вот такой вот. Да, что-то нам сегодня поле не особо открывается-то. Стерня еще высокая, у Любы совет. Ой, я уже голова хватит. Да, гиречка такая вот. Так, еще одна пуга-гирька. Сейчас на пашню хотим переехать, а сюда вечером попробуем вернуться. Что-то пока не дается ничего. Такая шпулечка маленькая. А ведь что в кустах нашли? Ну, разложилась. Ну, да. Черепушка здоровая. И дерево сквозь него проросло, да. Прикольно. Забрали третьего бойца. Всем привет, скажи. Да, всем привет. Так, были сейчас вот там. Здесь брод и направо. Что-то пока ничего поле не дало, но там высокая стерня. Переехали сюда, здесь картофельник. Убирают картошку там дальше. Здесь уже все убрали. И вот она, родимая. Зачем мы сюда и ехали? Первый ну. Же сигнал. Ну да. Вот она моя хорошая. А. Здесь чешуя, ямку еще пока не закопали, чтобы ориентироваться по ней. Вот здесь следующая ямка, смотрите, какая гиречка выскочила. Симпатичная. Я ничего не вижу, снимаю. Такая вот с узорчиками. Вот крася. 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 Держи. Я закопал ямку. Да, да. Следующий сигнальчик. Вообще уникальный, конечно, да? Пуги-гирьки, чешуя и рамочники рядом. 37-го года. Прикольно. Одели водички попить. В этот момент у Любы следующая походочка. Чешуя. Все верно мы рассчитали. А вот здесь на пригорке, вот там за машиной, вот там пригорчик, стоял дом. Уделка? Я не знаю. Уделка должна быть крупная. Смотри, вот здесь какая. Здесь рисунок над одним надпись. Непонятно что. Попробуем снять. Блин, ничего не вижу. Палец убери лучше. Надо. Мне надо как-то. Мне надо будет сфотографировать. Ну да. Видно плохо. Но, Игорь, посмотри, она... Такая вот чешуйка. Непонятно. Ладно, попробуем сфоткать, потом приклеим. Так, друзья, осколочек крестика. Сейчас покажу. Только я такого ни разу не видел. Аккуратно посади. Да. Вот штурвал. Да, но чисто шестеркой бил. Что же мне взял сплав, не понятно. Вот такой вот интересненький крестичек был. Так, у Никиты у нас гиречка очередная. Вторая. Вторая, да. Вот такая. Так. Она 18-я, будет горячая. Никитина первая чешуйка. Затертенькая, но клевая. А перевернуть? Вот такая. Пойдет. Никита по империи расчехлился. Вот такая вот. Сегмент Николаевская форматикой печки. Это на солнце. На солнце? О. Вот так вот тогда. Вот так вот тогда. Год непонятен. Ну тут вот грязно все. Ну ладно, помоем тогда потом. Мы пока за водой ездили. Положи мне на руку. На кулачок. Ты бы еще чуйку дернула.
Короче, собираем чешую и картошку. Что, комбайн не собрал, мы за ним собираем. Ну, а тут они же разрешают. Они все убирают, как бы, а там уже вот с той стороны поля местные жители уже с мешками добирают. Они разрешают. В том году, когда разговаривали. Прикольно. Так, у Никиты сигнальчик. Такая хренотымбалка. Кто знает, подсказывайте. Очень похоже на церковную вот эту. Люб предположил, что они свечки тушили. Так, советик. 32-го года. Сыть картошки и чешуи. 32-го года. 32-й год, пятачок. Угу. Да пойдет. Какой-то... Так, крест какой-то интересный выскочил. Он, наверное, он обломанный. Да, скорее всего. Это... Да, он обломанный. Это вот этот вот стандарт. Угу. Мы такие часто находили, только поменьше. Такой большой я первый раз вижу, он обломан. Да. К сожалению. Кончика нет одного. Вот такой крестяра. Солнце садится. Чья? А мама. Ага. Солнце садится, мы еще ходим. Еще с утра заедем традиционно. Ой, надо вытерпеть, это какая вся. Ночью тоже не было. Ночью тоже. 1736 год. Ходим, картошку собираем. Полные карманы картошки. Во, смотрите. Такие. Здесь уже, да, полные карманы, полная машина. Монеточка вылетела. Нет, николаевский формы. Что нет? Прикольно. Знаете, какое поле? Оно бесконечное. И рядом церковь. Как вот его можно... Ну, это николаевский формы. Да, но уже. Камера, конечно, осветляет. Душка, что ли? Очень похоже. Ну да. Кстати говоря, кому нужно, так, для информации, поставил на трактор шторм наловский. Катушка здоровая, 13 на 14 дюймов. Я все переживал, будет она чешую видеть или нет. Короче, чешую она видит уверенно. Так что, кому нужно, можете смело пользоваться. И, кстати, достаточно такая устойчивая катушка. Я и по стерне сегодня лазил на полные чуйки. Очень даже хорошо. Не знаю, как по мокрой траве вот эти мелкие по утренней росе будет. Ну, посмотрим. Завтра проверим. Завтра проверим. Ребят, сейчас офигеть. Еле нашли сейчас в темноте. Посмотрите, пугает. Поржать. Это вот на ногте она у меня лежит. Вот такая вот. Я таких даже не видел. В диаметре миллиметров 5. Да, даже меньше, наверное. Прикол. Ще малипусенькая, малипусенькая. Зато сушка. Ну, целенькая, да. Прикол. Гладенькая. Темнело. Фонарик возьми, там в кармашке где-то он лежит, в рюкзаке. Люб пошла картошку выгружать в машину. Вон туда. А у меня в темноте очередная чешуйка. Лысая, правда. Ну, как факт, приятно. Прошло несколько часов, рассвело, вернулись обратно. Первый сигнальчик. Чешуечка. Где фокус? Но еще. Фокус. Такая вот. Светает. Светает. Погода испортилась. Дождь капает. Накрапывает. Накрапывает пока. Обещали ливень. Так что пока есть возможность лазить. Да, погодка в край, конечно, поменялась. Но это ладно, мы сегодня в Москву обратно отчалим. И в среду опять приезжаем сюда.
трактора пошли дальше убирать картошку. Первая империя. Воду я не взял. О, господи. Похоже на то ли деньгу. Да, деньга Александровская, походу. Ладно. Сено с того года валяется. А мы его заметили только в этом. Вообще, внимательно. Еще монетка. Походу, дело горелое. Калашка. Фокус. Фокус, ты что? Ты где? Вообще, на самом деле, темно еще на улице. Так пасмурно. Ну, ой, не темно, мало и того, пасмурно. Что пасмурно, еще сумерки. Да, ну по таким, конечно, баранам ходить прелесть одна. Итак, следующая чешуйка. С одной стороны лысый, с другой стороны какая-то непонятная такая. Странно, сохран здесь у чешуи такой не очень, я бы сказал. Тебя что? Ладно. Так, у меня сели батарейки, пойду сейчас на машину. Но на последнем издыхании. Очередная. Чья? Не знаю. Федор. Ладно, дома посмотрим под микроскопом. Поменял батареечки. Вот первую ямку я еще не закопал. А вот еще одна ямка. Еще одна чешуйка. Это точно видно, что это Михаил Федорович. Вот такая маленькая. Вот ямки. Раз, два. Чуть-чуть прошел. Три. Смотрите, опять Михаил Федорович. Мало, конечно, верится, что здесь где-то ядро есть. Потому что находили везде. Вчера вот там собирали. Потом в начале лета вот на том поле, которое за перешейком, вот за этим. Там его не пашут, те поля. Вот там медальку мы подняли. Я не знаю, видос мы выкладывали, наверное, нет еще. Или выкладывали, не знаю. Вот так вот. Да, друзья, прикольно. Вот только что поднял Михаил Федорович. Следующий сигнал. Еще чешуечка. Есть шанс, что здесь, конечно, какой-то кошель где-то распахан. Ну, не факт, что мы его найдем. Но местечко мы запомнили. Все равно будем сюда возвращаться. Люк подтягивается. Никитос дрыхнет. Вон мои ямки. Я их пока не закапываю, чтобы ориентироваться. Потом пройду, закопаю. Люк подтягивается. И еще чешуйка. Фокусируем. Эх ты моя хорошая. Потом будем разбираться, чья. Прикол. Да не моя ли это? А не у меня ли свалилась? Моя. У Люб подвеска отскочила, да? И в эту ямку она ее нашла. Вон, видишь, сломалась, все протерлась. Сама свою подвесочку нашла. Прям рядом. Хорошо, хоть нашла. Угу. Любы странные черные. У меня еще чешуечка. Фокус найдем. Где-то здесь чего-то валялось. О, они все, куча ямок. Пока ничего не закапывал. Будем попробовать искать. Друзья, нас накрыл дождь. Видели капелька? Еще чешуечка. Еще. Вот они все. Точно здесь где-то ядро должно быть. Все похожи. Еще сигнальчик, вот такая чешуйка с дырочкой, видимо, ее кто-то когда-то на чем-то пытался носить. Блин, дождь льет, пока, конечно, не критический, но выгоняет. Среди чешуйных сигналов империя появилась неожиданная. Убитая вообще. Убитая?
хлам деньга. Деньга. Ладно, камеру убираю. Дождь полил. И мы пока ковыряемся. Фу, друзья, короче, выгнал. У нас дождь пошел сильно. И уже сегодня на весь день. Поэтому мы сейчас в Москву уезжаем. Сейчас я на GPS точку бахну, заеду туда в поле. Будем смотреть, потому что я думаю, что все-таки это распашка. Либо кошелька, либо кладовь, потому что уж очень много это. Из дома покажем находочки уже. Ну, в основном преимущественно чешуя. Не переключаемся. Люба собирает картофель. Вот я говорю, так вот не запомнишь место, потом в чистом поле уже все поменяется, будем искать. Где-то тут. Во, вот здесь. Святая халява. Еще бы картошки не пособирать. Чего? Дождь где-то кончился. Может, еще походим. Здесь фишка в чем? Здесь вот уже не первый год, как бы замечали. Сейчас расскажу историю. Там еще поле есть, вот там оно. Мы как-то приехали туда покопать, и там картофель как бы в глубине. А мы приехали рано утром, мы вдоль поля встали, думаем, сейчас пройдем по кромочке. Лопату вынули, бежит мужик с кустов. Прибегать, здесь нельзя копать. Я говорю, в смысле нельзя копать? Я говорю, здрасте, а что такого-то? А вы что копать собрались? Я говорю, мы с приборами. А, с приборами копайте. Сейчас, говорит, пока картошку не уберут, в итоге приезжает совхоз, собирает картошку, потом разрешает остатки добирать. Ну, я думаю, везде такая тема. Потому что там вот, где деревня, в начале, вчера, прям народу куча. Здесь далеко до сюда, пока доедешь по этим полям, по колдобинам. А там народу кучу собирает. Поэтому что бы не набрать, вчера полмешка набрали. Сегодня, наверное, тоже. Пригодится? Ладно. Итак, дорогие друзья, уже из дома. Отчетец небольшой о выходе. В итоге получилось 30 чешуек. Ну и всякая медь там с советиком я уже не стал выкладывать, дождь поливает. Скорее всего, там распахан либо кош, либо кладуха. Дождь сегодня больше пробить не позволил, поэтому в следующий раз приезжаем через 3 дня и идем смотреть. Очень интересно, что будет. Пока результатом довольны. Спасибо, что смотрите. Всем пока.